Это сейчас Ирина, как ни в чем не бывало, подходит к своему автомобилю, открывает его и показывает нам, что внутри. Еще накануне на этом же месте разворачивалась настоящая транспортно-финансовая драма. Вечером машину попытались забрать за долги, причем прямо с хозяйкой и ее ребенком внутри. Прям вот так вот, прям колесам все было прицеплено, и передние, и все, бока вот так стоял эвакуатор. Мы были прямо внутри в машине. Вот эти съемки. Собственница включилась в режим регистратора, а ребенок смог почувствовать себя летающим водителем будущего. Колеса отрываются от земли. Нас грузит на эвакуатор. Вот. Я держу руль! Эвакуатор трогается, и люди в его кабине, видимо, пытаются решить сложную задачу. Что же теперь делать с арестованным имуществом, но с пассажирами внутри? В итоге приехали в отдел полиции. И здесь опять долгое совещание с главным вопросом, как же быть дальше? Единство мнений у людей, представившихся приставом, коллектором и сотрудником банка, явно не наблюдалось. Но вот к ним подходит водитель эвакуатора с репликой: «А мне-то как быть?» Мы до сих пор сидим в машине с ребенком. Время 8:33 уже. Видимо, смирившись с тактическим поражением, молодые люди решают уступить упорству женщины и ее ребенка. Я так понимаю, что нас выгружает. Вот нас выгрузили. Кристиночка, окна не открываем. Сегодня этот же путь, около 4 километров, мы преодолеваем на той же машине, но уже без помощи эвакуатора. Ирина полна решимости написать заявление о собственном и ребенка похищении. Времена настали непростые, поясняет хозяйка. Платить за автомобиль возможности не стало, но с кредитором было подписано соглашение об отсрочке, и никаких уведомлений никто не получал. И теперь она полна решимости наказать обидчика. Было похищение меня и моего ребенка на эвакуаторе неизвестными людьми. Заявление приняли и дали талончик, то есть проверка проведена будет. Приставы при этом занимают непоколебимую позицию. Никаких людей в машине не было. Во время совершения описи ареста имущества, а также во время передачи документов водителю эвакуатора для транспортировки арестованного имущества к месту хранения, людей в автомобиле не находилось. А откуда они там взялись? Мы комментируем исключительно действия судебных приставов-исполнителей. Из окна на свою машину Ирина теперь будет смотреть в два раза внимательнее. И даже подумывает, не взять ли в аренду по соседству крепкий гараж.